В 2000 году в Муравленко открылась школа-интернат для детей коренных малочисленных народов Севера. Этому событию предшествовали два долгих года реконструкции бывшего здания Треста «Укртюмень-Жилстрой». И 20 лет назад, новый учебный год, дети Ханты впервые встретили не за 250 километров от дома, под Сургутом, в поселке Рускинские, а в уютном теплом здании новой школы-интерната. Обычно в конце августа на Ямале начинается сбор детей из тундры. За многие годы в регионе сложилась эффективная схема доставки ребят в интернаты. В округе работают несколько десятков интернатов, в которых учатся более 10 тысяч ребят, большинство из числа коренных малочисленных народов Севера. Острая необходимость в интернате возникла в Муравленко в конце 90-х. Тогда, 20 лет назад, дети местных коренных национальностей получали образование за сотни километров от своих стойбищ. Дети тяжело переживали долгое расставание с домом. Родители Ханты много раз обращались с вопросом о необходимости строительства интерната и городским властям, и в администрацию Пуровского района. И в начале 99-го года их просьбам вняли. В управлении образования началась работа по решению этого вопроса. Была достигнута договоренность с Пуровским районом, из бюджета которого финансировались все работы по созданию интерната. В Муравленко начался подбор кадров, воспитателей и педагогов. Ведь в интернате дети должны не только жить, но и получать образование. Это полное государственное обеспечение. Это проживание, питание, программы, досуга, которые могут быть предложены детям. Это возможность получить образование и на русском языке, и участвовать в сохранении культуры своего народа, потому что детям предлагается и программа изучения национального родного языка на профессиональном уровне. Мы предполагаем, что в пределах интерната дети будут осваивать и умножать свою собственную культуру, традиции своего народа. Кроме того, вместе с окончанием 9-летней школы детям Ханты необходимо дать профессиональное образование. Летом 99-го года ремонтно-строительное управление объединения ЖКХ приступило к реконструкции здания бывшего Треста УТЖС. Началось и выселение из здания размещавшихся там организаций, радиостудий и других. Планировали закончить широкомасштабный ремонт за 3 месяца. Заключили 4-стороннее соглашение. Совместное финансирование работ по реконструкции и поставке материалов предполагало участие Пуровской, Ноябрьской, Муравленковской администрации и акционер общества «Сибнефть Ноябрьскнефтегаз». Но планом не сразу случилось осуществиться. В августе на здании велась реконструкция кровли, заканчивались наружные отделочные работы, чем не вполне был доволен первый директор интерната. Ремонт кровли сделан хорошо. Затирка также. Но вот покраска сейчас вопрос меня не удовлетворяет, потому что не очень невыразительный цвет получается. Хотелось бы детское учреждение более яркий, выразительный цвет. Впереди было еще много работы. За 2 месяца хотели на первом этаже сделать столовую и пищеблок, на втором – медпункт, игровые классные комнаты, спальни. Интернат рассчитан на 40 человек. Соответственно, все они, в принципе, находятся в родственных отношениях. Но расселение будет, и жить дети по родственному принципу. Дети будут на какой-то период лишены родительской ласки. Наша задача – заменить. Приблизить им, создать им условия, чтобы они не чувствовали себя оторванными от семьи. Чтобы эти помещения стали для детей уютным домом, не хватало еще очень многого. Нужно было закупить технологическое оборудование, мягкую мебель. В этом вопросе помогла администрация Ноябрьска, пообещав поставить всю мебель. Подключился и Пуровский район, выделил 700 тысяч на стройматериалы и 300 на сопутствующие нужды. Однако новый учебный год для Ханты вновь начался в поселке Рускинские. В октябре в Муравленковском интернате все еще шла подготовка к отделочным работам. Отсутствие финансов передвинуло срок сдачи объекта с октября 99-го на январь 2000-го. До уюта здесь было еще далеко. На первом этаже только демонтировали ненужные внутренние конструкции. Второй этаж готовился к отделке. Участники 4-стороннего соглашения, в принципе, не отказывались от взятых на себя обязательств, но сказывался финансовый кризис конца 90-х. Острая нехватка свободных средств. Большую проблему составляла невозможность приобрести оборудование для пищеблока. Закупку нового Ноябрьскнефтегаз не осилил. Начались поиски альтернативного решения вопроса. Живых денег нет, поэтому принято решение, достигнуто соглашение, что будут найдено оборудование на законсервированных столовых. А я объехал эти столовые, 2 столовые есть вполне годным. Изыскала средства и закупила всю необходимую мебель Ноябрьская администрация. Таркосалинская по системе взаимозачетов выделила на ремонт 1 миллион рублей. В конце декабря 99-го стало ясно, что в январе интернат не откроется снова. Но и детей при этом решили не отправлять на второе учебное полугодие в поселок за 250 километров от дома, а расселили в гостинице «Русь». Сроки окончания ремонта интерната наметили на февраль. Но такой вид помещений за месяц до сдачи никак не внушал мысли об успешности начатого предприятия. МУП МТО ЖКХ в то время занималась помимо интерната хоккейным кортом и налоговой полицией. К тому же наружные работы задержали 40-градусные морозы.
Вот эта вот задержка, она приводит к тому, что дети не получат, то есть не полностью освоят программу, потому что вот у них получается, ну, пропущены будут занятия. С появлением денег упущенное время стали наверстывать. Увеличили число рабочих с 30 до 45 человек. Ввели вторую рабочую смену. Бригады РСУ делали дверные проемы, грунтовали, шпаклевали, красили, устанавливали вентиляцию, розетки, освещение, закупили оборудование в полном объеме. Качество работ проверял заказчик, регулярно наведывался на стройку, интересовался условиями труда. Свою посильную помощь в реконструкции интерната помимо Ноябрьской Тарксале оказывали местные предприниматели. Салима Саян, Сергей Капула, магазины «Книги» и «Трианон». Утверждались и кандидатуры сотрудников интерната. Желающих было много. На некоторые должности из-за женской безработицы в городе претендовали по несколько человек. Педагоги отбирались экспертной комиссией Управления образования по результатам собеседования. Надо сказать, что вне конкурса в коллектив школы-интерната были приняты учителя народности ханты. Хотя специалистов среди них не было, их роль в образовательном процессе была значительной. Детям нужно было общение на родном языке. Спустя месяц второй этаж интерната уже принял детей. Чистота, тепло и уют сразу пришлись юным ханты по душе. Учреждение постепенно становилось гордостью городских властей. Отмечали это и гости из округа. Весной 2000-го, в канун выборов в Госдуму Ямала, в Муравленко наведывались делегации кандидатов в депутаты. И, учитывая собственную принадлежность к коренным народам Севера, непременно посещали интернат. Интернат, конечно же, это сказка. Ни в какое сравнение не идет. Да и сегодня в нашей сельской зоне, к большому сожалению, все еще в очень убогом состоянии находятся многие интернаты. Поэтому вот когда видишь заботу многих некоторых руководителей муниципальных образований, органов местного самоуправления, просто радуешься, что есть, как бы не ругались, не ругали органы власти, есть серьезные, хорошие перемены. Впечатления, конечно, очень хорошие. Вот, создана очень хорошая материальная база для того, чтобы прилегающие ребятишки вот, именно из кочующего населения могли хорошо учиться здесь. И в этом плане, конечно, нет слов. Вот, но хотелось бы еще в качестве пожелания, чтобы и программа, и учебная, и познавательная, которая здесь будет проходить, чтобы она не позволила оторваться нашим ребятишкам и от кочевого образа жизни, и в то же время сделать так, чтобы они могли жить и, как говорится, при уже другой цивилизации. А полтора месяца назад я был на этом объекте, видел, как он ремонтировался, как строился. Объект был весь в строительном мусоре. И как вот за это время преобразилось это здание. И как умело, любовно обставлено сегодня это здание. Но мы все из нас, прошедшие интернатское воспитание, можем сравнить, в каких условиях мы жили, и вот в каких условиях сегодня будут находиться воспитанники вот этого интерната. Это, конечно, разительные перемены, разительная разница по сравнению с тем, что было при нас. Вскоре был закончен ремонт и в других помещениях. Здание стало комфортным и жилым. Настоящим домом для детей ханты, семьи которых входили в сугмутско-пикутинскую общину. 21 марта 2001 года в Муравленко состоялось долгожданное открытие интерната. В этот день в город прибыла многочисленная делегация гостей во главе с губернатором Юрием Нееловым. Вместе с ним город посетили вице-губернатор Михаил Пономарев, главный инженер городообразующего предприятия Михаил Ставский, глава Ноябрьская и другие официальные лица. Гости прошлись с обзорной экскурсией по учреждению, оценили условия быта для детей ханты, созданные участниками четырехстороннего соглашения. Добрый день, уважаемые дети, уважаемые учителя. Вы знаете, событие действительно очень большое. Я считаю, что это вот простой, хороший пример к тому, что долги народу, на земле которого мы освоили месторождение, начинают возвращаться долги. И вот это первый добрый шаг. Мы такие интернаты открываем по всему округу. И вот глубоко символично, что сегодня в городе Нефтяника мы открываем школу-интернат для малочисленных народов Севера, для детей. Вот это знаменательное такое событие, что в округе мы все равны, и что мы хотим стабильности, и жить будем здесь мирно и дружно. Это вот пример не на словах, а на деле, как это надо делать. Поэтому с праздником вас, таким с огромным событием, но, как говорят, на праздники без подарков не ходят, от имени окружной администрации вам 300 тысяч на обустройство интерната. Я хочу вам, дети, пожелать успешного окончания учебного года, на хорошо, отлично. Я вам искренне завидую, потому что вы еще молодые, у вас еще впереди все будущее. А чтобы у вас было хорошее будущее, мы сделаем. Спасибо.
В 2001 учебном году вертолет собрал детей из родительских стойбищ. Первыми подопечными нового учреждения стали им более 20 ребят. Несмотря на разницу в возрасте от 6 до 17 лет, при расселении учитывались родственные связи. Это способствовало лучшей адаптации и социализации детей и сохранению душевного равновесия и семейных традиций. И для каждого здесь были созданы все условия для успешной учебы и уютного проживания. Решили вопросы с обеспечением полноценным питанием, учебной литературой, методическими пособиями. Для перевозки в школу и детский сад выделили комфортабельный автобус, оборудовали небольшую библиотеку, учебные классы оснастили компьютерами, а спортзал – спортинвентарем. На благоустроенной прилегающей территории соорудили настоящий хантыйский ЧУМ. В этом же году сменилось руководство интерната. После ухода на заслуженный отдых Василия Кокарева новым директором школы стал Владимир Сергеевич Кононов. Единственный мужчина в женском коллективе, который обеспечивает быт и комфортные условия проживания юных ханты в Муравленко.